В преддверии Дня независимости Северный Казахстан посетила директор Департамента развития электронного здравоохранения Светлана Шубина. В рамках рабочей поездки она ознакомилась с рядом объектов района Макжана Жумабаева. Подробности далее. В Булаевской центральной районной больнице в 2016-м провели капремонт. Из госбюджета выделили 71 миллион тенге и еще 8 из областного. Директор Департамента развития электронного здравоохранения Светлана Шубина оценила качество работ и вручила сотрудникам больницы ключи от 3 машин скорой помощи. Их приобрели на деньги областного бюджета. Поздравляю вас, чтобы машина ваша никогда не ломалась. А в Булаево в этом году восстановили общежитие при колледже профессиональной подготовки и сервиса. Этому зданию больше полувека. Долгие годы оно было заброшено. Здесь привели в порядок санузлы, комнаты, душевые. В общежитии могут разместить 60 студентов. Наш колледж существует с 2013 года. На сегодняшний день это самый молодой колледж в нашей области. Проблема была в нашем колледже, что это отсутствие общежития. То есть дети проживали на съемных квартирах. Благодаря инициативе поддержки Акима области Ерика Камзиновича было с областного бюджета выделено 40 миллионов тенге на капитальный ремонт бывшего здания общежития. Развивается в районе Макжана Жумабаева не только социальная сфера, но и предпринимательство. Здесь действует больше 1000 субъектов малого и среднего бизнеса. Мы закупаем молоко у населения, вот, потом эту продукцию, молоко перерабатываем, изготавливаем продукцию, вот наша продукция, вот, реализуем. Молоко, кефир, ряженка, сметана, сыры. Вот сейчас строим цех новый для дальнейшего расширения. На торжественном собрании, посвященном 25-летию независимости страны, отметили труд сельчан, которые внесли весомый вклад в развитие района. Им вручили благодарственные письма, грамоты и присвоили звание почетный гражданин района Макжана Жумабаева. Денис Сивков, Рустам Тлюжанов, новости НТРК.